Привет, привет. В Украине началась война, и мы не нашли другого выхода, как собраться, сесть в машину с детьми, ехать на запад, возможно, в Польшу. Будем снимать, все вам показывать. Наш канал наживо о том, как в Украине началась война. Да, сейчас садимся в машину, выезжаем из Харькова, едем в сторону Киева. Наверное, Киев объедем. Смотрите дальше. Начались пробки, вроде бы еще не так далеко уехали, но уже попали в пробку. Надеемся, что она не очень длинная. Кстати, заправки работают, но на многих заправках есть только дизельное топливо и газ. Вот я сейчас вижу БРЦМ под Полтавой, и бензина здесь нет. Добрались мы уже до Кременчуга и едем через Александрию в Кропивницкий. Здесь в Кременчуге все тихо, заправки работают, каких-то больших очередей, вот заправку проезжаем, на заправках нет. Но мы слышим, смотрим новости от наших родственников, что в Харькове какие-то идут бои, не знаем, насколько это правда и ну, чему верить, чему нет. Нас это, конечно, беспокоит очень, и вообще ситуация напряженная, когда сидишь, ждешь, слышишь это. Вот когда едешь немного спокойней, как-то так, ну, вроде как все нормально, как ничего особого, да. Иногда где-то попадаются военные, какие-то стоят, особенно охраняют такие места, как мосты, какие-то, может быть, объекты, иногда видно так визуально. А так, в принципе, ну, обычная дорога, но можно видеть много машин из Харькова, из Полтавы, которые едут в этом направлении. Что будет дальше на границе, не знаем. Ну, ждем, смотрим. Дорога здесь не ужасная. Очень хорошая, да, так мягко говоря. Но сейчас это не главное. Всем просто мира, счастья. Обнимаем просто нашу страну. Вот заправка в Кременчуге. Ока. Вот смотрите, никаких очередей, ничего нету. Только там видно такой блокпост, проверяют людей. Это перед въездом на мост. Вот, вот. Цены на топливо, конечно, у нас выросли и прилично. Сейчас въезжаем на мост. Через Днепр. Живя в Украине всю свою жизнь, впервые вот я сейчас в Кременчуге со своей семьей. Вот такой большой мост. Хотим сказать, что мы очень любим Украину, молимся за наших близких, но у нас 5 детей, они все с нами. Там вон Тимур, там еще сзади Диана сидит. Вот, и все мы вместе хотим уехать в мирное и теплое, тихое место, чтобы просто переждать. Едем сейчас из Кременчуга в Александрию. Дорога просто отвратительная, ужасная. Если вы захотите пройти наш путь, будьте готовы, что дорога от Кременчуга к Александрии просто отвратительная. Ну или можете подождать. Мы кушаем. На заправке. Ой. Бензин видно. Ну да, все довольны и счастливые, потому что все нормально, тут не громыхает. Уже потемнело. Сейчас 6 вечера, через 100 километров в Умань. Очень долго едем в Кропивницком. Взорвали мост, и через Кропивницкий мы не проехали. Получилось проехать через такой маленький городок Смело. Ну, до Смелы ужаснейшая дорога. Уже после Смелы дорога хорошая, вот такая гладкая, ровная. Едем, молимся в
Харькове опять обстрелы. Но мы уже далеко, слава богу. Пап, включать свет. Мы сейчас вот на блокпосту Винницы проверяют каждую машину. Переночевали мы в Виннице, нас гостеприимно приняли друзья-христиане. Все, едем все дальше, направляемся на Львов. В Харькове была тихая ночь, здесь в Виннице у нас было утром несколько сирен, они нас подняли, жутко, страшно, трусит. Вот. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Выдвигаемся в сторону Львова. Но это, конечно, не так страшно, как в Харькове, ну, лично вот по нашим ощущениям, потому что мы понимаем, что Харьков находится вообще на границе, и это северная часть, там более страшно. Здесь рядом уже Европа, Молдавия, поэтому движемся на границу польскую, будем пробовать пройти границу в Краковце, а там будем смотреть по ситуации. Да, есть надежда, поэтому едем. А для того, чтобы объехать пробки, мы из Винницы едем такой местностью, полями, через такой небольшой городок, Дережня называется, и объезжаем пробки от Винницы до этого городка, где-то около 80 километров. Вот, сейчас объедем, посмотрим, как будет дальше. Газ заправляют только по 20 литров. Вот мы заехали, заправились без очереди, но только 20 литров. Доехали мы до Тернопольской области. Огромная пробка. Заправка, очередь на заправку. Вроде бы и все есть, и газ, и бензин. Но машин очень и очень много. Так выглядит наша дорога, бутерброды по дороге, кушаем салфетки, Даша на раздачу. На этой заправке немного людей, совсем чуть-чуть машин. Мы на ней остановились, заправились и едем дальше. Заправляемся в Тернополе. Газом, бензином уже заправились. На бензин, конечно, больше людей. На газ вот вообще без очереди. Буквально приехали и сразу стали. И, в принципе, цены такие же, как и в Харькове. Навигатор показывает пробку огромную. Думаю, там где-то авария. Мы стоим, не видно конца и края. Выезжаем из Бакиевка. Мы едем реально где-то 1 км/ч, да? Наверное, нет. Мы вообще не едем. Мы практически не едем. Мы больше стоим, чем едем. Кто-то разворачивается, едет в обратную сторону. Люди с детьми, с чемоданами просто переходят, идут пешком до границы еще 28 километров. Я не понимаю, как можно пройти этот путь пешком с детьми. Просто реально не понимаю. Машины просто как тетрис. Вышел парень, пытается всех разрулить. Не может двигаться движение встречное. Просто машины так хотят пересечь границу, что стали в три ряда. И теперь люди, которые едут с границы, не могут проехать. И просто все стоит. Это примерно так, как в фильмах снимают. Когда все пытаются выехать, и всех массово. Я просто это вижу. И не знаю, сколько нам еще придется стоять в этой пробке. Все просто едут по встречке. Уехала машина. Он едет, и детям с женой раздают еду, кипяток. Пытаются пробраться, проехать. Просто
невиданная щедрость. Мы стоим на границе. Не знаю еще сколько будем стоять. Подъехала машина. Просто вышла женщина, спросила, есть ли у нас в машине дети. И просто раздала всем бутерброды. И мне тоже. Я не знаю, есть люди добрые на белом свете. Спасибо вам, правда, жду сегодня. Нам повезло. Дали гречку с сосисками. Стоим в пробке. Она очень большая. Вот. Кушаем. Ребята молодцы, дают теплую гречку. Можете даже заметить пар. Так что отлично. Мы уже очень устали. Вторые сутки в дороге. Хотим сказать, что на заправках ближе к границе, вот мы едем на Краковец, вообще нету ни бензина, ни газа, ничего. То есть, если вы хотите заправиться, то делайте это, когда вы едете мимо Львова. Там есть и магазин АТБ, где заехать, продукты купить. И, в принципе, там достаточно заправок с небольшим количеством машин, куда можно спокойно заехать и заправиться. Все пытаются найти более быстрый путь, потому что здесь есть несколько пропускных пунктов, и выбирают, смотрят, узнают, куда быстрее, но все понемногу двигаются, направляются в сторону Польши. Что? Смотрим, стоим на заправке уже недалеко от Краковца, стоит огромная очередь машин, машины едут медленно, мы стали в туалет в очередь, люди идут пешком, их очень много, они просто сидят, вот смотрите, сейчас на заднем плане покажу, просто сидят, ждут, не знаю, помощи какой-то, приезжают автобусы и забирают мам с детьми, которые просто идут пешком. Смотрите, как эвакуируют людей, кормят. Какие они молодцы. Это просто люди, которые живут здесь в селах. Приезжают, раскрывают палатки и кормят людей, которые вот стоят в пробке. Можно выйти, взять ребенку сок, взять кипяток. В общем, просто преклоняясь перед ними. Стоим на границе. Это как бы до границы нам еще катиться и катиться. Тут машины, там машины. Сзади нас много машин. Наша машинка. Люди просто греются возле костра. Там стоят на остановках. Просто жутко. Костер горит, чтобы могли погреться те, кто идут пешком. Тут уже строят такие из мешков блокпосты. И реально эти люди, наверное, пораньше нас придут. Мы пока стоим в пробке в 20 километров. Дети бегают за едой, за сладостями. Я уже не знаю, какая это по счету. Будешь макароны? Не, не буду. Вот смотрите, просто люди стоят с частных домов, которые здесь поблизости, и кормят нас, простых людей, которые стоят в пробке. Вот. Мои дети довольны, принесли кучу сладостей. Мы переехали границу, Украина с Польшей, едем в сторону Кракова. Хочу сказать, что на границу стояли 1.5 суток, но наши украинцы молодцы, они очень оперативно обслуживают много машин. Поэтому пишите в комментариях, задавайте вопросы, мы поможем, подскажем, как лучше проехать, через какие города Украины, если вдруг вы захотите пройти такой же путь.